Добрый день, друзья! Сегодня у нас небольшой обзор свежих автомобилей не старше 2015 года. Где какой автомобиль был снят, вы услышите в процессе обзора. Адреса площадок найдете в описании к этому видео. Друзья, некоторые пишут в комментариях, что вы показываете автомобили, которые уже были показаны. Естественно, потому что это не обзор, а это подборка. То есть это подборка из тех автомобилей, которые были ранее показаны в обзорах по маркам автомобилей. Так что, если кто смотрит все выпуски, то должен знать, что эти автомобили уже были показаны. Перед обзором, друзья, хочу напомнить, если кто не подписался, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии и, если интересно, ставьте лайки. Приятного вам просмотра! Volvo V60 2016 года находится в Елгаве, 2 литра дизель, автомат, комбинированный салон, пробег 161 тысяча, цена указана 14 500, торг до 13 тысяч. Honda CR-V 2017 года. Автомобиль находится в Шауляе. Бензин 1,5 литра. Автомат, кожа, пробег 36 тысяч. Цена 18 900.
Ford Focus 2018 года. Автомобиль находится в Германии, город Оберхаузен, недалеко от Эссена. 1,5 литра бензин, механика, панорамный люк, пробег 64 тысячи, цена 15 650. Друзья, все обзоры свежих автомобилей вы сможете посмотреть, нажав на подсказку, которая сейчас появилась вверху здесь на экране. Kia Sportage 2016 года находится в Шауляе, дизель 1.2, механика, панорамный люк, пробег 168 тысяч, цена 12 800. Renault Scenic 2017 года. Автомобиль находится в Елгаве. Дизель 1.5, автомат, комбинированный салон, пробег 37 тысяч, цена 13 500. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, Nissan Murano 2016 года. Автомобиль находится в Шауляе. 3,5 литра бензин, автомат, кожа, пробег 79 тысяч, цена 14 200. Why am I not like her?
Ford Edge из Америки 2017 года находится в Шауляе. 3,5 литра бензин, автомат, кожа, панорамный люк, пробег 33 тысячи, цена 17 950. Volkswagen Touran 2015 года. Автомобиль находится в Елгаве. Дизель 1.6. Автомат. Пробег 254 тысячи. Цена 8 800. Ssangyong Tivoli, или Tivoli, не знаю, как правильно ударение, 2015 года, находится в Мариамполе, дизель 1.6, автомат, пробег 142 тысячи, цена 6 тысяч евро. Автомобиль поврежден. Удар сзади. Пострадал задний бампер, фонарь и крышка багажника. Thank you.
Audi A6 2016 года находится в Елгаве. Дизель 3 литра, автомат, комбинированный салон, пробег около 50 тысяч, цена 30 тысяч евро. На автомобиле информационной таблички нет, данные со слов продавца. Хозяин недавно выставил машину на продажу и еще не предоставил продавцам документы. Kia Sportage 2017 года. Автомобиль находится в Кедайняе. Бензин 1.6. Механика. Пробег 45 тысяч. Цена 14 500. Прилагается комплект колес на зимней резине. Thank you.